Ребята, работник просто так решил искупаться в бассейне, а мы его сейчас захаваем. А он даже этого не представляет, ребятки, посмотрите. Так, подплываем, ребятки, незаметно, незаметно, снизу, давай, давай. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отлично, ребята. Мы съели мячик тоже и работника тоже съели. Поплыли дальше, дорогие друзья. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть в нашу замечательную игру, которая называется «Тести Блю», дорогие друзья. И здесь у нас что? А здесь нам нужно, ребятки, мы, наверное, на дне океана. И здесь нам надо ловить рыбку. Так, ну что ж, давайте... О, ребята, акула. Подождите, дайте мне от нее уплыть. О, мы уже синие. Вон, рыба-игла, ребятки, вы видели? Это была рыба-игла. Так, давайте немножко будем, ребятки, плавать и... Побыстрее. Так, ребятки, давайте будем хавать и таким образом набирать себе мышечную массу для того, чтобы хоть немножко вырасти. Так, ребятки, вау, рыба-игла, ребята, которая меня сейчас просто-напросто раздавит, вы видели? Она так резко плывет, вот, видите, они за мной гоняются, ребята. Они пытаются меня схватить, рыба-игла меня пытается съесть, ребята. Посмотрите, посмотрите, где она. Вот, ребята, рыба-игла за мной. А, рыба-игла за мной гонится, вы видели, ребята. Вот, она хочет меня проколоть. Спасите. Хух, ребята, давайте на поверхность. Ох, отлично, все, на поверхности нас ждут чаечки. Отличненько, дорогие друзья, мы вынырнули. И это просто супер. Так, ну что ж, мы, ребятки, будем уже кушать маленьких акулят. Рыбу-иглу пока что мы кушать не можем. Пока нам запрещается, потому что мы еще довольно маленькие. Ай-яй-яй, меня она уколола, ребята, вы видели? Меня уколола рыба-игла, дорогие друзья. Так, чаечку, пожалуйста. Отличненько, ребятки, вы видели чаечку? Да, ребята, отлично. Просто супер, просто классно. Вау, ребята. Отлично. Или это какие-то это, или пеликаны, или альбатросы. Что это такое? Ого, ребята, посмотрите, какие мы большие. Мы 3 метра в длину, дорогие друзья. О, ребята, рыбу-иглу мы начали хавать. Вы видели? Вот это прикольно. Вот это в действительности классно. Рыба-игла. Я люблю рыбу-иглу, ребятки. А вы любите, скажите? Напишите, пожалуйста, в комментариях, ребята, нравится ли вам дельфинчик? И нравится ли вам рыба-игла? Так, погнали. Ох, все мотоциклы, ребята, съел. Вы видели? Посмотрите, всю рыбу иглу всем, ребята, а подводные автомобили. Вау, акула большая, ребята. Надо от нее убегать, а то она меня просто-напросто съест. Посмотрите, за мной гонится. А здесь еще также, ребята, есть какие-то плавают подушки и красненькие автомобили. Мы уже, кстати, тоже можем хавать, дорогие друзья. Все! И даже акул мы можем хавать. Посмотрите, как, ребятки, мы быстро с вами выросли. Посмотрите, как это круто. Разве это не замечательно? Ням-ням-ням-ням-ням. Ребята, мы с вами уже 8 метров в длину. И подводные машинки, ребята, мы все посъедали. Вау, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как же это вкусно. Отлично. Игра очень похожа, ребятки, на съедобную планету, которую мы играли ранее. Но, тем не менее, дорогие друзья, мы в съедобную планету еще будем продолжать играть, потому что мы ее до конца, ребятки, не прошли, а подписчики просят. Так что мы обязательно это, ребятки, должны сделать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Ого, ребята, посмотрите, какая яхта. Вы видели? Вы видели, какая яхта, ребята? Я думаю, что скоро мы должны добраться. Ого, на дне какой корабль. Вот это круто. Я не ожидал, ребятки, его здесь увидеть. Так что давайте, собственно, давайте собирать вот эту разную такую вот рыбешку, которая здесь плавает. И потихонечку питаться. Я думаю, мы должны вырасти очень большими и съесть все корабли, которые здесь плавают, дорогие друзья. И таким образом мы сможем... Сможем, ребята, питаться. Посмотрите, мы 26 метров в длину, ребят. 26 метров, это уже о чем-то говорит. Ого, посмотрите, ребята. Еще больше кораблей здесь оказывается. О, там уже 3 корабля на дне, вы видели? Вау, крейсер «Аврора» меня забрал, ребята, забрал с собой. Так, отлично, мы с него спрыгнули. А то он хотел меня с собой тупо забрать, ребятки. И таким бы образом я бы плыл бы в далекие края, дорогие друзья. Вау, меня сбил. Ого, какие вкусные корабли на дне лежат. Ребятки, вы только посмотрите, как это вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням, вот это да, мы, ребятки, мы тупо все хаваем. Посмотрите, не, есть еще больше кораблей, ребята. Есть еще больше крейсера, которые пытаются, ребятки. Но, ребята, это не беда, мы их тоже начали хавать. Вы только посмотрите.
Отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью прошли этот уровень. Так, ну что ж. Давайте, собственно, с вами что-то сделаем. А что мы сделаем? Мы перейдем, ребятки, на следующий уровень. Так, ну что ж, погнали, дорогие друзья. Вау-вау, здесь черепашки, ребятка. Мы начнем с черепашек. Потому что здесь автомобили... Ох, что это такое? А, я понял, ребята. Это уже крейсера пускают по мне свои торпеды. Все. Теперь я все понял, ребята. Мне нужно как-то аккуратненько выживать среди вот этих автомобилей, дорогие друзья. И питаться пока только черепахами. Потому что, собственно, мне пока что больше ничем и нельзя питаться. Только черепахи. Ой-ой-ой, ребята, от торпед надо прятаться. Видите, меня машинки спасают. Тем самым прикрывают мое тело. И торпеды взрываются у них, дорогие друзья. А я... Вау, я на крейсер упал, ребята, наверх. Ух, меня... Это с крейсера ракеты, ребята. Вы видели, огромный танкер, ребята. И с него, короче, из этого крейсера ко мне стреляют все... Все, короче, пытаются меня уничтожить. Вай-вай-вай-вай-вай, ребята. Вы видели, мы на корабле. Ого, мы на двух кораблях, ребята, прокатались. Все, ребятки, отлично. Мы с вами уже немножко выросли. И таким образом мы с вами получили возможность, дорогие друзья, хавать вот эти автомобили. Я думаю, что скоро мы с вами получим возможность и хавать вот эти торпеды, которые нам пока не по зубам, дорогие друзья. Но скоро мы их обязательно съедим. Мы же супер дельфин, ребята. Мы уже 5 метров в длину, дорогие друзья. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как же вкусно, как же вкусно. Дайте дать. Ай-яй-яй-яй, ребятки, меня подстрелили. Вы видели? Ой-ой-ой, я на крейсере. Так, 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 отлично, отлично, отлично. Ребятки, хаваем. Хаваем машинки. И мы уже довольно-таки, ребятки, большие. Посмотрите. Ребята, посмотрите, за мной гонятся крейсера. Вау-вау-вау, ребята, они хотят меня забрать. Так, 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 все, отличненько. Мы с вами проходим, ребятки, на следующий уровень. Это просто не может не радовать, потому что это просто, ребятки, отличненько. Так, и здесь, оказывается, ребята, я опять в этом, в бассейне. И мне нужно, чтобы получить рыбу, ребятки, с мячиком вместе перепрыгивать через кольца. Ой-ой-ой. Ням-ням-ням, рыбка вкусная. Мне надо мячик, самое главное. Протащить, дорогие друзья. Ага. Когда я сам прыгаю, ребятки, я получаю одну рыбку. А когда я прыгаю вместе с мячиком, я получаю много рыб, ребятки. Посмотрите, аж 4 штуки и 5 дали мне. Да что ж ты будешь делать, а? О, ребятки, отлично. Вау. Где мяч, ребята? Ого, у меня рыба. А мы ведро рыбы украли, ребята. Он плачет. Вот это прикольно. Даже кольцо огневое съели. А он плачет. Ребята, он плачет из-за того, что мы его... О, тюлени, ребята. Мы всех тюленей съели. А здесь, ребята, посмотрите. Работник купается в бассейне. Ребята, работник просто так решил скупаться в бассейне. А мы его сейчас захаваем. А он даже этого не представляет, ребятки. Посмотрите. Так, 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 подплываем, ребятки, незаметно, незаметно, снизу, давай, давай. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отлично, ребята, мы съели мячик тоже и работника тоже съели. Поплыли дальше, дорогие друзья. Вау, отлично, просто круто. Что это за моржи? Вау, ребята, это были тюлени, это моржи. Вау, вертолет, ребята, за мной вертолет, наверное, уже. Это папарацци, ребята, они хотят меня снять на камеру и получить за это деньги огромные. Ого, ребята, вы видели? Вау-вау-вау-вау-вау, ребята, посмотрите, куда мы с вами попали. Здесь куча акулят и акуленков, дорогие друзья. И разных автомобилей, дорогие друзья, которые плавают под водой. Я так понимаю, это какие-то подводные автомобили, которые специализируются на том, что умеют попросту плавать под водой, дорогие друзья. И таким образом пытаются, я не знаю, что они пытаются делать, но почему-то они здесь, ребятки, плавают. Честно вам не могу ответить на этот вопрос. Так, ну что ж, ребятки, мы уже довольно выросли. А, киты, 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 ребята, огромные киты. И там еще что-то. Ой, за мной плывет осьминог, который хочет меня съесть. Он больше, ребятки, похож, конечно же, на бодросли. Но, тем не менее, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что мы уже можем хавать не только акул, но и вертолеты. Вот это мы выросли настолько, ребятки, что мы уже с вами можем абсолютно легко хавать вот такие вот вертолеты. Потому что они нам довольно уже по зубам. О, уже и киты мы можем хавать, ребятки, посмотрите.
Это же просто отлично, дорогие друзья. Синий кит пока еще нам недоступен. Пока еще, ребятки, он нам не по зубам. А здесь еще плюс дополнительно появился истребитель, ребятки. И мы его с вами уже, естественно, попробовали на вкус. Очень он вкусный, дорогие друзья. И я хочу вам сказать, что он стреляет у нас ракетой. Надо быть очень бдительным, потому что он стреляет у нас ракетами, дорогие друзья. А это уже мне не нравится. О, мы можем кушать китов синих, ребятки. А это уже серьезно, дорогие друзья. Потому что синий кит... О, нет, еще есть боль. Я думал, синий кит это... Он самый большой. А оказывается, вон еще есть вот эта штука. А там, ребятки, еще за мной подводные лодки, оказывается. Вот в чем проблема-то, ребят. А я-то думаю, в чем проблема. И пассажирские самолеты появились. И появились лодки с торпедами. Так что давайте, собственно, будем как-то от них, ребятки, отбиваться. Ой-ой-ой-ой-ой. Подождите, ребятки. Ого, а этот что здесь делает? Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Вай-вай-вай-вай-вай. Ого, ребята, вы видели? Вы видели, что это происходит, ребятки? Попросту, ребята, не хватает мощности. Не хватает мощности для того, чтобы... Для того, чтобы, ребятки... Дайте съесть мне подводную лодку, дорогие друзья. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Когда же я, ребятки, вырасту? Торпеды. Меня просто, ребятки, просто уничтожают торпеды, которые пытаются... Убить меня хотят, да-да. А я, ребятки, знаете, какой у меня рост? А рост, дорогие друзья, у меня уже 69 метров. И я хочу съесть пассажирский самолет. И это нам, ребятки, удалось. Давайте второй съедим. И корабль. Нет, корабль мы еще пока не можем есть. Но, ребятки, мы можем с вами уже кушать. Вот такие вот самолетики. Отличные. И таким образом можем с вами... заниматься. О, все, ребята. Посмотрите, мы с вами уже научились кушать подводные лодки. Ребята, это просто не может не радовать. И корабли, наверное, да, да, и истребители, и корабли, ребята, и подводные лодки, и пассажирские самолеты, дорогие друзья. Потому что мы уже 155 метров в длину, дорогие друзья. Вы представляете? И, наверное, вот эти крейсера мы должны съесть, дорогие друзья. Да? Да, ребятки, вот они. Ого, вот эти крейсера мы тоже, оказывается, съедаем. И получаем за это огромные баллы, дорогие друзья. А вон еще один крейсер огромный, ребятки, вы видели? А это что такое на берегу? Съели мы домик какой-то был на берегу, дорогие друзья. Чья-то дача, а мы ее слупили. А вот это прикольно. Так, ну ничего, дорогие друзья, погнали. Так, подводные лодки нам уже не помеха, ребятки. И нам, наверное, надо съесть вот этот корабль, чтобы пройти все-таки, ребятки, этот уровень до конца. И таким образом продолжать дальше играть в эту замечательную, ребятки, игрушку. Там уже 284 метра, ребятки. Вы представляете? 295 метров, ребята. Ура! Отличненько, дорогие друзья. Мы съели огромный с вами кораблик. И таким образом, ребятки, мы с вами прошли этот уровень. А я вам хочу сказать, ребятки, что этот эпизод подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно, дорогие друзья. Я вас очень люблю, дорогие подписчики. А также, дорогие друзья, не забываем ставить колокольчик, чтобы не пропускать все мои новые видео на моем канале. Пока-пока.